В Казанском федеральном университете прошла встреча раиса Республики Татарстан Рустама Миниханова с участниками федеральной программы развития муниципального кадрового управленческого резерва «Школа мэров». В рамках выездного модуля этой программы «Хозяйственная деятельность и развитие территории» Татарстан с 28 по 31 мая посещают представители руководства 73 городов России. В начале мероприятия с приветственным словом выступил раис Республики Татарстан Рустам Миниханов. Тема повышения квалификации. 3 года один раз каждый из них проходит, мне сказали, вот здесь на базе КФУ эту работу организовали. Я считаю, что это очень важно. Ну и огромное количество там семинаров, мероприятий. Раис Республики Татарстан поблагодарил за выбор нашего региона в качестве одной из площадок для реализации программы «Школа мэров», администрацию президента Российской Федерации, Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Также в своей речи он рассказал о достижениях республики в различных сферах экономики и отметил, что Татарстан стабильно входит в тройку лидеров национального рейтинга по состоянию инвестиционного климата. В этом году провели «Игры будущего». Казань форум вот провели недавно, будут игры стран БРИКС, ну и будем принимать глав государств БРИКС в октябре месяце. Программа реализуется с целью подготовки высококвалифицированных, компетентных специалистов, способных осуществлять проекты, направленные на развитие муниципальных образований для повышения качества жизни населения. В Татарстане ее участники посетят объекты инфраструктуры и благоустройства Казани, ознакомятся с деятельностью предприятий. Аделина Абдрахманова, Николай Суховский, Универ Новости.